Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 575. События дня. 1 Коринфянам 9:22. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. За 10 июля 2017 года. Благодарю, отец Игнатий, я все учту. Мир вам, отец Игнатий. Много просматриваю роликов, где ведете занятия по Библии. Благодарю за ролики и низкий поклон. Многое, чего мне сразу открылось при ночном чтении Евангелия, так я и уверовала через чтение. Ваши занятия помогают мне узнать глубину Писания. Так я и себя проверяю, понимаю ли правильно. Молюсь за вас и о всей общине, чтобы Господь сохранил землю и людей, живущих в ней. Отец Игнатий, считая Писание, я очень много получаю ответов на мои вопросы и понимаю, что погибаю я и дети. Для меня очень важно спасение души. Мне очень тяжело, ненавижу себя саму. Не могу служить Господу и мамоне. Помолитесь за меня, чтобы Господь разорвал эти блудные узы, снял цепи с меня. Он сначала хотел отпустить меня в Россию, а теперь нет. Хорошо ему здесь на всем готовом жить. Попросите и батюшку, помолите за меня. Муж любит очень мир и все, что в нем. Такой разный, что порой не знаю, чего ожидать. Помолитесь, пожалуйста. Господи, благослови Наталью. Я знаю, что ваша молитва душу трясет и приводит в страх и трепет, содрогает ноги и землю под ними. Заранее благодарю. Спаси Христос всю общину. Благодарю. Это не подписано, надо подписать. Наталья Усатова из Германии. Вот такое состояние. Я прошу всех, кто слушает, помолиться о ней. У нас с ней были беседы по скайпу. Их можно даже найти. У нее ребятишки, она никак не может. Живет она с сирийцем. Ну, то есть запутанная история. Что сказать? События дня прошедшего. Это уже будет не воскресенье, а именно понедельник. У нас дети тут, когда трудятся, приучаем к труду, 45 минут, а 15 минут бегает здесь на площадку игровую, там качели разные. И вот один из этих качальщиков, Нестор Дробот, заметил, когда на тарзанке качался, что кольцо опустилось ниже, в дерево въелось. Он показал дяде Володе, то есть Пащенко, а тот мне. Ну и мы вчера целый день это все убирать стали. Посмотрели, оно бревно, на котором все висит, оно толстое, сосновое было, ну, прошло уже около 10 лет. Вода попадает в щели, и там гнило. И много-много времени отняло у нас. К вечеру уже подготовили к тому, чтобы снять бревно. С двух сторон отпилили его длинные. Это тоже будет потом показано. Ну, вот это событие. Потом я Ваню отметил. Двумя праниками, денежную премию дал ему. Это тоже будет показано. Вот. События. Мы вчера прощались с Демченко Владимиром. Он сегодня утром уехал. Вчера вечером пришел. Побыл здесь еще. Оказал помощь по дороге. Ну, немножко, но для меня все дорого. И говорит, на следующий год обязательно с женой и семьей буду здесь. Он принимал крещение. Это тоже все будет показано в пределах 10 дней. Мы вчера с ним посмотрели, фотографии много делали. И именно видео, как погружение идет, молитву батюшка вычитывает. Это же мог бы любой священник делать-то. Но пораженные трусостью и корыстью и трусостью, то есть жадностью, бездельем вот этим вот. Интересно, как они на меня нападают, там, Иринея Леонского, там, Новосибирске, из Кызыла, там. Ну, то есть, ну, никакие совсем. Смотришь, дьякон стоит, лопочет. Или тогда вот ТВ-24 было, Ударцев Евгений. Такая, ну, просто нехуя.
Не хочешь, да скажешь, жирная рожа. Ну ничего же не делает, ничего нету. Ну, хоть под фамилией выходит. И тоже толкнули, сказал. И он не видит ничего, что все кончается. Вот они как смотришь на них, юродивые или безумные. Такая беда, все рассыпается, они ничего не видят. Вокруг меня кружатся, лают, мочатся на меня. Ну зачем? У меня своя работа, я делаю. Вот вчера сказали, что, может быть, в среду все-таки с другого объекта бульдозер приведут. У меня такие дела здесь. Вот сегодня надо бревно не поднять никак. Игорь уезжает, уехал уже в Барнаул, молочный день, вторник-то. Откладываем дальше, дождь идет, и сено не убрано, лежит. Ну просто у них ничего нету. Я вот сижу тут передо мной, отремонтированная первая голубятня. Гляжу, коршун сел на эту крестовину-то, и ни шагу. Я ему форточку кричу, а он никак. Пришлось выйти и гаркнуть на него. Ну, у них даже этого нету. Нету. Вот даже один воскресный день, у них за всю жизнь такого не может быть. За жизнь у нас в один день вмещается. И вот стоит, лопочет. Лжемиссионер, Лапкин, лжемиссионер. Ты послушай тех, кто знает, что мы делаем. Лжемиссионер. Люди, которые приходят и делаются сектантом. Вот сейчас крестилась православная семья. И тут все показано. Муж, жена, двое ребятишек. Как они делаются священниками, эти люди. В патриархии все. И он же в патриархии стоит, лопочет. Ну что, мозги отшибленные. Как один батюшка, я его не знаю, отец Сергий, ему что-то начали на меня там, как говорят, пыль пускать-то. А он говорит, из Нижнего Новгорода. Может, услышит он. Вот, батюшка, не можем понять, кто такой вот Игнатий Лапкин, а Черная Сотня говорит, еговистки жид. Еговистки. Даже вы, говорит, не знаете, обязательно жид. То есть у них все направлено против жидов. А сами жидовского ногтя не стоят. А обо мне, эти самые жиды, у нас была еврейка, она говорит, что говорит Игнатий, любого жида за пояс заткнет. Вот определения, которые были рядом. Эти не знают ничего. Ну, налопали жареной рыбу в пост или что там. Ну, живут-то как. Да ладно еще, если епископ не женатый. Это уже достижение какое. Знаете-то, нашу миссионерскую работу никому не повторить вам. Всем вместе взятым и умноженным на сотню лет. Кто, когда, скажите, дарил свои книги по всему миру и сам... чтобы их туда отправил, сам поехал и отдал, и там выступал. Где? У меня позади 600 городов. Я не миссионер. Из Барнаула проехать до Владивостока и Находки. И потом несколько раз за Москву проехать Европу, в Лиссабоне, Прибалтику, Скандинавию. И везде дарить и книги в библиотеках у президентов. Благодарность от президентов за книги, которым нет равных сегодня. Какие ответы люди находят. И самое главное, что, говорит, мы вопрос хотели задать, а он сразу на нас вышел от вас. Вот это лжемиссионер, лжепроповедник. Слово лже не знает, куда поставить. Даже этого не знает. Лже это уводит. У меня никел цареградский символ. Вот, дал характеристику местный митрополит Сергий Иванников, митрополит Московского патриархата. У Игнатия не выявлено ни канонических, ни догматических нарушений. Под запрещением не состоит. Ну, вот этого одного достаточно было бы? Нет. Потому что это их среда, мухи помойные. Как Златоуст говорит, заразу развозят. И сразу отравляют троих. И себя, и кого слушает, и того, кого поносят. Ну, положительно в этом то, что эти злодеи в этот момент, когда меня поносят, они не могут раздвоиться, в другом месте они ничего не делают уже. А сейчас квартирная миссия одобряется. Да нас же вы судили за это. Квартирная миссия, а у меня на полвека, 50 лет, а вы вдруг высунулись. Квартирная миссия, важно, там, Кызыльская епархия, трясет ее все от моего имени. А что? А потому что я ими не занимаюсь, мне не до них. У меня дел каждый день, люди приезжают. В один день только мы отправили в воскресенье 13 человек, 13, принимавшие крещение, которые были здесь. Отдыхали, работали. И это все будет поставлено. И даже этого нету. Ну, нету. Пустотелая, обмолоченная.
И вот изгаляются, и каждый день почти высовывается где-то, они еще не могут, начинают ругаться. Ну, посчитайте, что обо мне отзывается Андрей Кураев, я уж беру таких, Олег Стеняев, Владимир Головин, Максим Коскун. Ну, посчитайте, гляньте. Ну, а вас эти слова сказать не могут. Почему? Значит, интересна моя биография. Очень даже интересная. Вот эпиграф взят у меня для всех, я сделал совсем. Вы же это понятия не имеете. Я для всех сделал совсем. У меня есть пришедшие православие, баптисты, пятидесятники, адвентисты. Ну, кого только не возьми. Обращенные люди из мусульман, с кем пришлось беседовать. Но настолько интересно, чего бы тряслись-то вокруг меня. Да занимайтесь своим делом. Все разрушено, валяется, заброшено, православных растаскивают. Лжеправославие, вот это да. Лжекрещение. Лбы мочите. Вы наше крещение, когда посмотрите, и увидите, что вы не крещенные лжехристиане. Обрядились в эту ряску-то и жируют торгаши полоумные. А у нас нет торговли, нету. Все заменяет святая десятина. И вот он приезжает, я ему дарю книги, дарю датара мне. Он уезжает, там буквально все, да, старается отдать и помогают. Вот сейчас мне, если только Дороглан не достанут простой кран, ну минимум придется на дороге, на пруды готовить. Вчера посчитал 350 тысяч. Тысяч, а у меня пенсия 6500. И нету. И не прошу, не прошу. И Бог все даст, даст, даст. Понимаете, кто из вас может сказать, что вы книги в библиотеке президента государства? Ну, допустим, Белоруссия, Лукашенко, или Путина, или в королевских библиотеках. Да ну никто, нету этого. Этого не было никогда. Это не просто книги, которые я дарю. Это моя жизнь, 50-летний, полувековой опыт заложен. Тысячи вопросов отвечены. И при том отвечается на основании Библии, святых отцов, канонов церкви, житий святых. Ну, еще рты-то разинули-то. Идите работайте. Глядят на меня, пялятся. И, ну, не знаю, что, роют рогами землю, пыль пускают. Мне-то не до вас. Я просто смотрю и смеюсь. Господи, да кто я такой, что столько сил на мне дьявол задействовал? Это дьявольское отродье, которое на лжи. Ваш отец дьявол. Потому что ложь, ложь, непрерывная ложь. И вот которые крещение принимали, мы о вас столько считали плохого и ничему не поверили. Мы поняли, что если вокруг вас такие силы задействовал сатана, значит там истина. А что бы их трясло? Я вот смотрю, деревья и провода касались деревьев, было замыкание. И мы с лестницы после дождя все это лезли кверху, обрезали. Ну и у вас этого нет, даже этого нету. Да ничего нету. Кто из ваших знакомых может показать, что он создал новое озеро или пруд? И там бы теперь купались безопасно. Ну, никто. Кто может показать даже колодец с прекрасной водой, им самим выкопанной? Ну, даже простое, житейское-то. Ну, никто. Ну, у кого есть три голубятни-то? Ну, ни у кого же нет. Я беру такое смешное. Житейское, я уж не говорю про Библию. Это Господь меня обильно благословил, потому что я своего не ищу. К мамоне дел ни вообще никаких не имею. Никаких. Хотя бы кубометрами были купюры, там евро, доллар. Я это не касаюсь. Я передаточное звено, как Ян Кронштадтский. Чем больше ко мне приходит, тем больше уходит. Я поставил правило, если мне положили десятку в карман, то я должен отдать, желательно в этот же день, 12, то есть больше. И поэтому я как огня боялся разных подачек, потому что они меня делают беднее. У меня свои правила. Но у вас ничего же нету. Я хотел бы посмотреть, как живете, нету. А у нас все. Идут за водой дети здесь, я с ними. Занимаюсь с людьми, приехали баптисты приезжие с ними. Ну, что говорит-то? Показывали наши стоянки, где мы в лесополосах ночуем, и там беседы, встречи с людьми. Ну, 600 городов и сел районных. Но это же не два. Да, ну, заочно. Кому из вас просились бы люди стать членами общины, как у нас заявление от парализованного Сергея Козлова, во славу Божию, и мама его Татьяна?
Ну, я просто показываю вам. Ну, опомнитесь, отступитесь. Вам это все не нужно. Нечем заняться. У меня каждый день, вот встаю в 4:40, все встают, а я раньше встаю, иногда в 3 часа ночи, 3 часа, и ложится там, приходит, говорится, чуть не на другой день замахивается уже. Ну, учитывая, что мне 78 лет, это удивительно, Бог дает силы, и я босиком хожу, и работаю наравне, таскаю бревна. И... Почему? Благословение. Это не мое, это благодать Божия. И, впрочем, потрудился не я, говорит, а благодать Божия. Я куда ни гляну, Господь, Господь, стоит община. Почти 100% все пришли через проповедь, через благовестие, через интернет. Ну, нет же у вас ничего этого, нет. И не будет, потому что лживым, злым Бог не помогает. Грешников Бог не слушает, как сказал один человек. Вот события дня. В этот день наваливались на меня с разных сторон. Ой, ребенка до слез довели. Или... Ну, покажите ребенка свое, покажите. А я 45 лет начальник, создал лагерь, уникальнейший. И это не кто-то власти признают. 18 параметров, которых нет в других лагерях. У меня ничего нет, чтобы я подражал кому-то. Почему? А мне даже на это время нет. Вчера вот он побыл здесь. Владимир, а он украинец, работает в Италии много лет, по-итальянски разговаривает. Ему прочитал два стихотворения, он ахнул. Это вы сами написали? Да ну, рука моя писала. Я читаю их как первый раз. Ну нет же, нет их. У крикунов-то, или как их назвать, не знаю что. Ну, безбожники. Надел на себя одежку и думает, он другой. Рты разевает о миссии. Ну какая миссия-то? Злоба и миссия, это несовместимое. Миссия только Духа Святого. А они понятия об этом не имеют. Думаю, тут вместе собрались, и теперь они вместе будут кричать, поносить, и их все будут слушать. Да никто вас слушать даже не будет. Вы посмешищем являетесь, позорищем. Как о Смирнове, Дмитрий, ролик называется «Самый наглый поп». Заслужил прозвище «Самый наглый поп». Ну, вам это нужно, самое наглое. Пристроились в православие, кормушка. Кормушка, деньги-то отними, торговлю-то убери, и кончилось. А где торговля, туда Христос не приходил. Все таинства-то извратили все. Создали свою кормушку лжеправославную. Крестить-то не могут. Венчать не могут, венцы не надевают. Исповеди-то нет тайны. Никакой нету. Как тайная, когда рядом 20 человек нависает над ним? Ничего нету. Оглашенные за дети не могут вывести. Занимается. У нас оглашение идет. Сколько? 20 минут. А у нас 500 часов. С чем сравнивают-то? В 1500 раз вы отстаете от нас. В 1500. Если мы прошли 1500 километров, а вы один. Ну, что сравнивать-то? Они меня сегодня вот стою и там считаю, там разные, ну, не, сказать даже нельзя. Мало того, по телефону с матерками выходят, а я их вижу, потому что одни и те же ошибки, ну, видно, что это один и тот же там человек, его закамуфлировали, аватар, ник. Ну, скажи, на суде Божьем, как тебя будет искать Бог? Будет искать такой, как ты есть. Я все вспоминаю, Максим Степаненко выступил, абсолютно справедливо одиноких женщин назвал на «Б», которые, ну, детей рожают, не выходя замуж. Ну, какое имя-то? Другого-то и не было никогда. Как они кинулись на него? Ой, организации разные, архиерей душить его начал. Ну, вот вы кто? Единственный человек за последние, может, 100 лет сказал вам правду, а этими «Б» наполнена церковь. И вы их под эпитемию не ставите, то вы погибшие все, Златоуст говорит. Кто без наказания, без эпитемии таких допускает, а она отлученная должна быть на 7-10 лет, а у ней полон дом детей, все как бы нажиты. Ну и что теперь? Ну, маленько-то опомните, вздрогните, хоть один раз истинно перекреститесь. Когда была искренняя ночная молитва? А о том, чтобы каждый день, да трудно поверить в это. Трудно поверить, чтобы вы 7-кратно в день становились на молитву. Не просто перекреститься, а хотя бы каждый раз, хотя бы по 100 поклонов. Да нету. Пусть день-то это не позволит делать. Ну ладно ли это? И каких только не считаю. Там первый раз какой-то выскочит и лает стоит. Как
Авакум говорит, я лаял на него, на Никона. Ни истории не знает, а вот преподали ему, учился там диплом. Да пустое это все. Вас и слушать никто не хочет уже. Опротивили, омерзели просто. Пьяные попы давят людей. И везде деньги, деньги. Сейчас вот прислали 1500 крещения. Если за 300 рублей воду, за воду не заплатят, то только мочить ладошкой будет. Бизнесмены. Да тебе хотя бы 1 000 000 давали каждый день, только чтобы ты мочил. И ты бы сказал, не в жизнь. Я не кабель где-то мочиться. Лапу поднял, там территория каноническая пометил. Обманщики, жулики, попы. 300 рублей не даст, значит, я дам тебе как бы крещение, как бы погружение, как бы... А ничего нету за 300 рублей. Я говорю, озолоти тебя всеми богатствами мира и попросить, сказать, что ж вы делаете? Да никогда. И увидите нашего батюшку, как он в воде стоит, и как фотограф тут же в воде стоит, и какие люди выходят, дети как крестятся. Да вы же во сне этого не видели-то. Ну, опомнитесь, любезная, ждет вас Господь. Как вы кинулись на Андрея Токураева, давай молитвы составлять, там такие, против, он заблудился, сатана и прочее. Ну, вчера только же в учениках были, слышали-то. Ну, не так, я вот 120 раз упоминаю об Андрее Кураеве, как он говорит, Игнатий по всем кочкам меня пронес. А отношение его ко мне не изменилось, он приехал, у меня здесь дома был, ну, в городе, книги все у него. Ну, маленько-то берите опыт хотя бы с тех, кто с вами. И начали клепать на него, чтобы из университета выгнали мстительные. А я для них совершенно недосягаем. Что они тут делали? Вокруг буйствовали. Попы, епископа прислали с Украины. Развратники. Страха Божия нет, и поэтому буйствует. Иеромонахи женятся. Наверное, нельзя это. У епископа дети. Нельзя, наверное, это. Вот события это дня. События дня у меня целый день. Указываю на наши ресурсы. Вот. Чтобы знали, какое у нас богатство. Это самое у меня первое, можно сказать, появилось. Мой мир. Люблю я эту систему. Сколько там всего. Вот. Сейчас там идет закачка всех роликов. Сегодня у меня выставляется за день, за раз, 13 роликов. 13 за один раз. А от предыдущих дней по 10. Значит, нам, ну, это хорошо. Вот что-то не включается, нет подключения. Чего-то не хватает. А чего не хватает, трудно понять. Нет подключения к интернету. Хотел показать свои ресурсы. Ничего нету. А что, чем объяснить? Ничего нету. Вот. То не тянет, дождик прошел. Вот хотел показать. Хотел. Ничего не получается. Вообще нету. А как подключить? Понятия не имею. Можно отключить заново, а потом включить. Ну, попробуем. Мне охота ресурсы показать. Вот открылось. Вот сегодня я выставлял тут, ну, помаленьку. По 11-13 за минут, 47 минут. Вот. Самое много тут, что определяем болезни, так будет со всеми извращенцами, садомитами. Я жгу тут жуков. 32 пришло за 52 минуты. Видите, люди нуждаются в этом, это конкретно. Вот наш ресурс, мой мир, как он выглядит. Вот сегодня уже что было. Убираем ветла. Есть что показать. Ну и наш православный форум, большой, уже 2711 день, 1600 тем. Ну и вот видеоканал православный,
я не знаю, тут посещений, просмотров 6 миллионов 814 тысяч, 7206, 62 подписчика, ну и где-то 7600 видеороликов у нас стоит здесь. Ну и вот во свете Библии, православный библейский сайт. И здесь самое ценное, 4124 ответа по темам. Здесь 50 книг только моим голосом насчитано, аудио, то есть сокровище. Вот так. Ну и показать вопросы, ответы. Это я беру папку, 55 папок, и одну хотя бы взять, помаленьку щиплю тут. Вопрос 3481, 22 том «Открытым оком», 1 Петра 3,14. 3,4. Но сокровенное сердце человек в нетленной красоте, кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Сокровенный значит скрытный. А это, как вы утверждаете, опасное состояние для христианина. Или здесь имеется в виду лишь то, что жена должна скрывать свои мысли, эмоции, чувства от мужа и бояться его? Бояться в чем? Это вопросы мне задают. Я за кафедрой, поступают записки в университете. Ответ. Вопрос о страхе пошел по ложному и сухому руслу. Здесь нет и речи о страхе перед мужем, а речи у апостола Петра только о скрытом и малооцененном внутреннем капитале женщины, ее кротости, умении молчать, когда ее обидно. Делает все сия она ради Бога, что Бог ценит в женах. Сокровенно не означает, что он скрывает умышленно что-то, но то, что не в один день проявляется в ней, а выкристаллизовывается на опасных поворотах семейных конфликтов. Тогда муж с удивлением узнает, какое сокровище он приобрел. Пример – мать блаженного Августина Моника с ее кротким характером. И даже после пьянок буйного мужа она была веселая и чистая, а не с фонарями, как ее языкастые языческие соседки. И это все относится только к ее кроткому и молчаливому характеру. Это я ответ такой даю. Ответ, подтверждаемый Святой Библией. Притча Соломона 31:26-29. «Уста свои открывает с мудростью, и кроткое наставление на языке ее. Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности. Встают дети, ублажают ее, муж и хвалит ее. Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их. Я же говорил, что скрытая вера, когда человек ни с кем не делится радостью спасения во Христе Иисусе. Тайная вера – это крайне опасно. Источник обмелеет, пересохнет, и ты отпадешь, засохнешь без подпитки благовестия. Я говорил совсем не о том, о чем вопрошаете. Перечтите мой ответ о тайной вере». Я говорил, тайная вера – это открытое отречение. Матфея 25:18. «Получивший же один талант, пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего». Матфея 25:30. «А негодного раба выброси во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Мир околдован прелестью, мистический запал, еще в раю экспансии ползучий, на голую щиту искусно бес напал, и этому в дальнейшем правнуков научит. Потустороннее приблизится во сне, надмение в явлениях ахнет наяву, не в моготу посты, не знанию краснеть, и колдунам подтянутые в душу заползут. Убойтесь Бога, жалкие людишки, мистический колпак с башки стяните. Что не по Библии, преступное и лишнее, разоблачает враг впоследствии до нитки. Ведь дьявол с Богом борется еще до ныне, а поле битвы все сердца людей. И столько жертв от ужаса застынешь, так ловко обмешурил и в раю раздел. Мы молимся и жаждем избавления от демона лукавого, от злобы сатаны, а он в костер души охапками поленья и гонит среди дня не в проворот нам сны. Ведет зачистку чистого зерна, евангельскую веру глушит мощно в храмах, шикарная в традициях клубится пелена, из-за попов до Бога не доберешься прямо. И платят деньги темным экстрасенсам, то белой магией, то черной обольщаясь,
Ощипывают от ничтожных пенсий, знакомство вводят с демонским начальством. Спаси, Господь, избавь и сохрани, искать здоровья у Вельзевула. За это Бог грозит со всех святых страниц, с бесовством знавшихся неизлечимо сдуло. А нам, а мне, пусть даже сотни лет, давиться неподъемным эпикризом. Бог Иегова может оживить скелет. Нам вера во Христа есть к воскресенью признак. Вот. Один вопрос, и на этом пока все.